прославил свой дом. Это удалось через 50 лет собирателю Павлу Карабану. Вот что писал приходивший к нему домой писатель и коллекционер Михаил Погодин. «Глазам своим не верил я, видя перед собой многочисленные сокровища, собранные с таким знанием дела и в такой полноте, сохраняемые в таком порядке. Сосуды, чаши, братья, чарки, ложки, образа, кресты, серьги, перстни, медали, монеты, рукописи, столбцы, рисунки, книги, автографы, портреты. Взоры мои перебегали от одних предметов к другим. Я не знал, на чем остановиться. Так все любопытно, важно, ново». После смерти коллекционера его предметы передали в оружейную палату. Такого его коллекция была высокого качества. А книги разделили между Санкт-Петербургской публичной библиотекой и библиотекой Московского университета. Усадьба поменялась еще несколько владельцев, и в начале 20 века в ней поселился еще один замечательный выходец из города Вологды. Купец первый